Сегодня я вам покажу продукты iHerb, которые меня удивили. Топ-5 лучших необычных находок с этого сайта. Как обычно, все ссылки на покупки я оставлю внизу под видео, там же вы найдете ссылку на мою группу ВКонтакте, где будет много различных возможностей сэкономить при покупке сайта iHerb. Первый продукт, о котором я расскажу, это будет продукт от Frontier Coop – винный камень. Винный камень – это кристаллический осадок, который выпадает при производстве вина. Используется он в кулинарии. Некоторое время назад это считалось одной из самых дорогих приправ, сейчас же она доступна. Винный камень не имеет никакого вкуса и запаха, но это та штука, которая позволяет вам ваши кулинарные блюда сделать просто шикарными и сделать их произведением искусства. В кулинарии его используют для закрепления консистенции взбитых белков, делает яичные белки более плотными в качестве пекарного порошка для разрыхления теста. Кроме того, он предотвращает кристаллизацию сахара, поэтому популярен при приготовлении глазури. Это такое средство, о котором многие не знают, но тем не менее при его использовании в кулинарии оно упрощает жизнь и делает ваши блюда намного лучше. Винный камень используют при заболеваниях, связанных с венозной системой, в начальных стадиях гастрита, при опухолях печени, при различных сыпях, которые имеют инфекционный характер. В общем, вы можете посмотреть информацию в интернете, применение достаточно широкое, вещь полезная и, я думаю, что доступная многим. Также мне нравится находить на iHerb разные интересные экстракты, особенно мне нравится марка Simply Organic, вы знаете, что эта марка знаменита своими необычными органическими вкусными приправами, и также у нее есть прекрасные экстракты, о которых мало кто говорит, тем не менее, вы можете найти большое разнообразие этих экстрактов, таких как ванильный экстракт, апельсиновый экстракт, экстракт мяты. Если вы любите кулинарии, добавлять что-то такое в выпечку, то, скорее всего, на полках и магазинах вы найдете искусственные ароматизаторы, которые усиливают вот эти вкусы. На iHerb можно посмотреть именно органические всякие такие штуки. Я пробовала ванильный, сейчас я пробую мятный, и чем мне нравится, тем, что они не имеют такого сильного, ярко выраженного вкуса, после которого перебивают вкус абсолютно всех блюд. У этих экстрактов очень такой мягкий вкус. Их единственный недостаток, о которых я уже говорила, то, что здесь нет дозатора. В остальном же это очень интересные штуки. И мятный экстракт, к примеру, можно добавлять в различные коктейли, можно добавлять в выпечку, в чай. Это будет прекрасным напитком. Нужно буквально 2-3 капли, не переборщить, иначе вы не оцените красоту и тонкость вкуса. И еще это прекрасный экстракт именно мяты для приготовления шоколада. И только не забудьте, всего лишь 2-3 капли. У меня получается ненавязчивый вкус мяты, благодаря чему мои блюда становятся кулинарно более разнообразными. Также на iHerb есть очень хорошие хозяйственные мелочи. В своей последней посылке сайта iHerb я показывала, к примеру, пакеты, благодаря которым вы можете хранить ваши фрукты и овощи в холодильнике намного дольше, чем без них, которые помогают сохранять свежесть фруктов. Посмотрите по ссылке. И также там есть вот такие замечательные губки, которые я заказываю уже неоднократно. Это абсолютно растительная губка, которая не содержит никакой химии. И здесь эта губка предназначена для того, чтобы не оставлять разводы на поверхности. Если вам не нравятся вот эти вот разводы, которые остаются очень часто, особенно на темной мебели, то вот эта штучка решает эту проблему. Кроме этого, в разделе хозяйственных мелочей можно долго покопаться и найти действительно какие-то такие находки, которые облегчают уборку, экологически чистые, без химических всяких вредных веществ. Ну и, конечно, на iHerb есть много потрясающих косметических вещей, каких-то масок, интересных приспособлений, которые просто делают нас краше. Обязательно загляните в разделы пробники, потому что по цене за 1-2 доллара вы иногда можете встретить действительно очень полезные дорожные продукты, которые будут вас радовать в поездках и иметь хорошие составы. Из последнего, что там появлялось, это были вот такие бальзамчики, и они абсолютно все разные по эффекту. Вот у меня есть бальзамчик для проблемной кожи, у меня есть бальзамчик для сухой потрескавшейся кожи. У кого есть какие-то проблемы в мороз, если у вас есть проблемы с сухостью рук, имеет какой-то, знаете, такой специфический медицинский запах. Но вот у меня очень часто зимой появляется аллергия на холод именно на руках, особенно если я вдруг забуду перчатки, и руки выглядят очень нехорошо. Мало мне помогают только медицинские мази обычно, но вот эта штука
тоже меня спасла. Это было для меня удивление, потому что это первая косметическая вещь на основе именно только одних масел, которая решила достаточно очень серьезную проблему. Здесь в составе масло ши, масло виноградной косточки, масло ромашки, натуральный витамин Е, экстракт розмарина. Очень рекомендую. И, конечно, на Herb есть уйма вещей, которые меня удивляют из раздела красота, которые эффективные, но купить что-то эффективное за $1 не так просто. И поэтому обязательно заглядывайте в разделы пробники, еще раз повторюсь, там иногда бывают хорошие находки. У марки Эльф бывают очень крутые средства, конечно, это не эко-косметика, но когда нужно что-то очень быстрое, бюджетное средство, то я рекомендую заглянуть в раздел к этой марке. Так я нашла прекрасные помадки для бровей от Эльф. Конечно, там много других есть интересных продуктов, но вот это, я считаю, наверное, у этой марки самой лучшей находкой своей, потому что помады очень крутые по консистенции, она такая кремово-муссовая, очень хорошо имитирует волосок брови, вы можете пририсовать абсолютно любую форму. Там нет такого самого светлого оттенка для блондинок, потому что почему-то он не представлен именно на сайте iHerb, хотя в коллекции этих помадок он есть. Вот всем остальным шатенкам, брюнеткам можно подобрать, вот девочкам посветлее, к сожалению, где-то нужно доставать в другом месте эту помадку. Помада шикарного качества, она достойна кейса визажиста, потому что у нее прекрасная формула, она очень стойкая, вы можете плавать, нарисовав брови вот этой помадкой, она не смотрится неестественно. Можно нарисовать и вырисовать абсолютно любую форму брови, и это будет смотреться очень натурально. Это были мои топ-5 лучших необычных находок на сайте iHerb за последнее время. Следите за моими другими посылками. И также жду вас у себя в группе ВКонтакте, где я делюсь полезной информацией о скидке сайта iHerb и своими впечатлениями о продуктах.